Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Секс до и после». В октябре 2023 года эксклюзивно на портале ОКО вышел сериал «Секс до и после». Это режиссерский дебют известной актрисы Дарьи Мороз. По названию можно показаться, что это эротическая картина, но это не так. Сериал заявлен как драмеди, и в нем больше именно о том, что бывает до и после, а не о самом сексе. Как восприняли первые серии зрители? И планируется ли снять продолжение «Секс до и после» второй сезон? Эти самые главные вопросы теперь интересуют зрителей, посмотревших первый сезон сериала. К сожалению, на данный момент нет официальных заявлений от Дарьи Мороз о продолжении съемок сериала на второй сезон. Будем надеяться, что его съемки все-таки состоятся. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.